План, что ты все сделал хорошо там. Это значит, у тебя самый лучший талант. Там это технология в школе, и очень талантливо сделал человек. Ему за это поставили 5. И сказали, то, что это талант. Талант – это где говорят там всякие приколы. Талант – это когда человек это любит делать, и он умеет это делать лучше всех. То, что человек рождается с талантом или без таланта, это я знаю. Человек рождается без таланта. Человек может научить самого себя талантами. Талант развивается. Например, можно с 5 лет развивать этот талант. Талант – это что-то поешь или танцуешь. Я танцую хорошо. Мне папа говорит, узбекские танцы мне по владениям. В детстве вот я рисовал вот людей. Вот я рисовал людей. Там круглая голова. Это глаза точки, рот такая полоска, и руки, ноги это палочки. Вот я в детстве так иногда рисовал. Сейчас я начинаю рисовать, как-то похоже на человека. Начинаю рисовать носом, там губы, глаза, прически всякие. Я так и не научился рисовать прически девочкам, потому что я вот так вот просто очерчиваю и все. И вот так вот получается. Талант – это когда ты хочешь сделать что-то хорошее.